Казахстане продлили срок действия желтого уровня террористической опасности. Он будет действовать 30 суток, начиная с 16 июля. Умеренный уровень опасности был введен по всей стране 6 июня после терактов в Актобе. Напомню, тогда от рук террористов погибли 7 человек. В ходе спецоперации 18 боевиков были уничтожены. Комитет национальной безопасности просит граждан быть предельно внимательными, не прикасаться к подозрительным предметам, не принимать их на хранение или для транспортировки, особенно от неизвестных лиц. Отнеситесь с пониманием к действиям сотрудников правоохранительных органов при проверке документов и оказывать им посильное содействие.